так страшно. Только Америка, город Бостон, предлагает сделать сердце моего малыша полностью здоровым. Когда он родился, он был фиолетового цвета, его сразу же подключили к трубкам и отвезли на реанимобиле в детскую городскую больницу номер 1. России, Германии, Швейцарии предлагают только паллиативный вариант операцию Фонтена. Это значит, что у малыша будет полностью неправильное кровообращение. Я даже думать об этом боюсь. Мне так страшно. Только Америка, город Бостон, предлагает сделать сердце моего малыша полностью.